В Мурманске показали «Гордынию». Режиссером спектакля, поставленного по пьесе польского драматурга Эльжбеты Хованец, стал выпускник детской театральной школы, актер Семен Серзин, сегодня проживающий в Санкт-Петербурге. А четыре главные роли исполнили педагоги учреждения. «Гордыния» рассказывает о взаимоотношениях между мамами и дочками, их влиянии на жизнь и судьбу сразу нескольких поколений. Женщины 1, 2, 3, 4. Автор не дает героиням имен. Собирательный образ каждой чем-то перекликается со многими представителями современности. Их характер формировался под воздействием обстоятельств, потому зрителю скорее жаль этих женщин. Хотя некоторые поступки бесспорно достойны осуждения. Они много и честно трудились, но так в этой жизни ничего и не добились. 20 квадратных метров в Краковском районе ковер. Деревянная кровать, две войны. Ничего не имея сами, ничего не могли дать мне. Прабабушка, бабушка, мать и дочь. История началась с женщины один. Росшая в нищете и в малолетстве, отданная чужим людям, она зарабатывала на жизнь, проводя время с незнакомыми мужчинами. Арест, беременность, предательство любимого, алкоголь в попытке притупить боль. Как итог, депрессия и постоянное пьянство на глазах дочери. Она действительно влюбилась в одного человека, очень хотела с ним быть. Они поженились, но так сложилось, что он нашел другую. И вот после этого у нее как-то переломный момент в жизни. Она стала пить, забывать о своей дочери, у нее родился ребенок, забывать о своей дочери, о себе. И вот так получилось, что она дожила до старости, будучи алкоголичкой. Повзрослев, женщина 2 делает все, чтобы не походить на мать. Рано выходит замуж за некрасивого, но работящего мужчину. Их дочь рождается с заболеванием. Дабы прокормить ребенка, обеспечить лекарствами, женщина 2 много работает. Девочка почти не видит мать, проводя время с бабушкой, которая все деньги, оставленные для внучки, тратит на выпивку. Итог – еще одна поломанная судьба. Заткнись, алкоголичка. Кто там уже? Детка, детка, убирайся отсюда. Кто? Детка, убирайся к себе в комнату. Убирайся, детка! Убейся, ты хоть до смерти. Вообще, этот спектакль для меня очень сложный, потому что мне кажется, что в нашей жизни вообще невозможно без любви жить. То есть у меня вообще совершенно другие отношения с бабушкой, с мамой, и в моей семье, и с теми людьми, которые меня окружают. А здесь такая очень жесткая для меня история любви и нелюбви одновременно. То есть мне кажется, такого быть не может, поэтому героиня мне давалась с трудом. Но чем сложнее, тем интереснее. Точку в конфликте поколений ставит правнучка. Она прощает родственниц, понимая, что винить в своих бедах матерей бессмысленно. У меня были дяди и тети, и якобы двоюродные братья и сестры, все как у всех. Соленая соломка к пиву, дешевый шоколад, апельсин и рюмка из-под водки узорчатая. Режиссер «Гордыни» – выпускник Мурманской детской театральной школы Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, актер Семен Серзин. Работа над постановкой малоизвестной пьесы современного писателя Эльжбеты Хованец стала для него интересным опытом. Выбор произведения во многом обусловлен его актуальностью. Главные роли исполнили педагоги школы. Еще одна особенность заключается в расположении зрителей. По мнению режиссера, это позволяет им стать непосредственными участниками процесса. Зрители сидят на сцене, наверное, потому что нет возможности, нет здесь камерного зала, той возможности, чтобы зрители были вот близко, находились и были, по сути, как бы участниками процесса. Да? Не хотелось делать такую историю большого формата. По окончанию спектакля работа над ошибками вместе с московским театральным критиком Анной Банасюкевич. В разговоре принимают участие и зрители. Замечания есть, но от спектакля публика в восторге, о чем свидетельствует полный аншлаг. Чтобы разместить на сцене всех желающих, даже стульев не хватило. Екатерина Гладышевская, Михаил Дьяков, Евгений Бугрецов, телекомпания «Арктик ТВ». Развернутое интервью с режиссером Семеном Серзиным смотрите в программе «Проще говоря» сегодня в 20 часов.